Всем привет! Давайте с вами посмотрим такой вопрос. Как наполниться силой, вдохновением, энергией, счастьем и вообще ресурсностью? Это вот знаете о том, когда вот солнце у меня выпадает. Да, светить как солнышко, быть на позитиве, откуда черпать энергию и ресурсность. Это когда руки опускаются, да, и когда энергия на нуле, когда не хочется ничего делать. Либо человек находится в депрессии, либо какой-то эмоциональный качели состояния. Вот как себе помочь, как выйти, как опять найти ту путеводную звезду. У нас с вами будет 6 вариантов по стандарту, да? Пусть каждый выбирает свой вариант. Долго не думайте. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Посмотрим, что вам скажут карты. Не забывайте подписываться и ставить лайки, сердечки, красные сердечки. Так, выбираем. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Я начинаю. Кому нужно больше времени, ставьте на паузу. Единицы. Единицы. Если с вами рядом есть молодой человек, вы состоите, например, в отношениях, да? В отношениях. Неофициальных отношениях, а просто вы состоялись тут как пара. Вам уже переходить пора на новый уровень, чтобы ваш молодой человек давал вам определенный статус. Императрица и старший аркан справедливость, она не просто намекает, она кричит, что пора уже женщине брать статус императрицы. Это женщина-хозяйка, мать и официальная жена, которая будет оформлять быт, которая будет оформлять свое гнездо и гнездо мужа, да, вместе, чтобы создавать синергию и создавать гармоничные отношения. Поэтому вы к этому готовы, и вам нужно к этому идти. Возможно, внутренне вы это чувствуете, хотите уже перейти на новый этап. Поэтому вперед, нужно сделать такой скачок. Для тех, кто здесь замужем, да, уже имеет, так сказать, официальные отношения, то здесь, скорее всего, отстраниться от отношений и уйти в то, что уйти именно в себя, уделять время в себе самой любимой. Именно здесь конкретно говорится о тактильности, о физике, о украшении самой себя, да, покупать себе что дорогие вещи, либо прекрасные вещи, также красивая посуда, да, хорошие крема, массаж, спортзал. Вот это будет вас очень-очень прям наполнять, да, но здесь основной акцент все-таки идет на мужчину, что мужчина должен вам дать уже определенный статус, пора расти и идти вверх и выходить в официальные серьезные отношения. Это вам даст как новый вдох, да, это создаст определенный толчок движения вперед. Единицы. Поздравляю вас. Я двигаюсь дальше. Двойки. Сегодня у нас прям все девочки. Если это вы, да, женщина водной стихии, королева кубковая, очень творческая женщина, которой свойственно близко все принимать сердцу, к сердцу и пропускать все через себя, слишком эмоционировать, да? Если такое есть, тогда нужно, наоборот, по отшельнику закрыться. Кто такой отшельник? Отшельник, который уходит в себя, а вернусь, не знаю, скоро или не скоро, да? Переоценка ценностей. Здесь у человека закрыты глаза, он внутри себя. Он сконцентрирован, грубо говоря, не на своем мозге, а на четвертой чакре, то есть сердечной чакре, да? Он созидает мир, просто наблюдает его, не вовлекается эмоционально ни во что. Если вы смотрите, например, сети, да, социальные сети, пока сутки хотя бы побудьте, ну, далеко от них, не открывайте их и не смотрите, если это заставляет вас слишком эмоционировать и давить на вашу психику. Второй слой информации. Заняться творчеством. Кто такая кубковая королева? Вода, творчество, эмоции, пение, лепка, рисование, все что угодно. Да? Рисование именно мандал, нейрографика сюда, пожалуйста, идет. Все, что вам дает именно контакт с вашим высшим я.
Только так вы будете наполняться именно гармонией и счастьем. И третий вариант, да, третий слой информации. Я сейчас озвучиваю, у кого вот как ёкнет, да, у кого как почувствуете вы, что ближе эта информация, то и ваша. Третий слой информации – это именно обратиться к психологу, толковому психологу, потому что женщина королева кубков, у нее очень хорошо развит эмоциональный интеллект, она понимает людей, толковый психолог, который поймет, да, суть самого вопроса, поймет, почему вы в таком статичном состоянии, пассивном состоянии, в состоянии, когда у вас вообще нет никакой энергии, да, она буквально вытащит этот якорь из вас. Поэтому, двойки, у вас вот так вот. Угу. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я двигаюсь дальше. Тройки. Что у вас? Здесь у троек такая серьезная ситуация. Психосоматика проигрывается. Девятка пентаклей. Не цените себя. Не ощущайте, что вам нужно именно чувство такое, что вам нужно именно нужна такая обстановка, которая от которой идет флёр такой самодостаточности, что вам не нужны какие-то дорогие вещи, что вам не нужно то, что кричит о какой-то пафосности, да, как-то недооценивает себя тройка. Здесь дьявол идет со зависимости, закрытость от мира, внутренние эмоциональные качели, споры с самой собой или с самим собой, да, две печальки такие, эмоциональный мусор постоянный в голове, где человек то себя держит в каких-то тисках, да, то сдается, потому что на волю дьявола. Дьявол это всегда о каких-то искушениях и зависимостях. То есть здесь постоянно человек находится в стрессе и борьбе. В стрессе и борьбе, и поэтому тяжело такая, прям от карт тяжесть веет. Нужно все равно живет постоянно в каких-то иллюзиях, смотрит на мир через призму неосознанности, да, нерациональности, а витает в своих облаках. Поэтому здесь должна быть дисциплина, здесь прям нужно не агитировать себя, да, закрыться от внешнего мира и прыгать между А и Б, и вот этот ментальный мусор крутить в своей голове. А здесь конкретно выбрать одну дорожку, да, например, вот то, что заставляет вас идти к дьяволу, к вашим зависимостям, здесь конкретно нужно уже порубить все. Этого делать не нужно. И вот конкретно эту дорожку, и не с этой дорожки ни в коем случае не сходить, потому что король мечей говорит о чем? О дисциплине, о жесткой дисциплине, где у нас только холодный рациум, и никакие искушения, и никакие... Да, никакие искушения не должны здесь иметь место быть. А как этого добиться? Добиться по девятке пентаклей. То есть, опять-таки, девятка пентаклей. Материальный мир уйти. Здесь по психосоматике. Что вам не додали? Что не хватило именно материального, да, такого, что вы там не докупили себе, да, например, в детстве, потому что пентакли это все, что связано с вашим комфортом, либо связано с теми вещами, которые доставляют вам невероятное удовольствие, либо те вещи, которые вы хотите, идете и покупаете. Вот этого в какой-то момент не было. В связи с этим сформировались ваши зависимости, и сейчас вас то в лес, то под дрова, да, пятерка жезлов, борьба идет с самим собой. Здесь тяжелые карты, психологическое состояние тяжелое. И психическое. Поэтому здесь нужно просто взять себя в руки, потому что карта силы – это сила духа, которая указывает на третью чакру. То есть взять себя в тиски и конкретно идти только по одной линейке. И
здесь акцент делать не на то, что вот сейчас я, например, дьявол, как я сказала, какие-то зависимости, да, сейчас я выпью алкоголь, и мне станет легче. Нет, не станет, а может быть и станет только на 2-3 часа. А алкоголь я беру как самое уходовое вещество для того, чтобы отдохнуть, расслабиться, либо escape, убежать от чего-то, да. А здесь нужно уходить все-таки в другие вещи, более такие лакшери, какие-то такие богатые, классные, элитные вещи. И начните, кстати, с спортзала еще. Такой момент. Возможно, кстати, колющие, режущие предметы тоже вам помогут. Ну, вы не поймите меня превратно и неправильно. Колющие или режущие предметы, ну, например, стрелять с лука, да? Вот такие моменты. То есть сделал какую-то цель, нацелил себе, и вот только туда идешь, тоже тренирует именно внимание. Но здесь можно еще говорить бесконечно. Тройки, у вас, конечно, ситуация здесь... Мама дорогая, ну я думаю, вы словили основное зерно, что я хотела вам сказать. Так, благодарю за просмотр, ставьте сердечки красные, лайки, кому нужны личные расклады, пишите мне в личку, двигаюсь дальше. Засиделась с тройками, я двигаюсь дальше. Четверки, давайте посмотрим, что вам советуют ваши духовные наставники. Разобраться в чем? Это все-таки прошлое, да. Угу, это прошлое. Здесь вам с прошлым нужно разобраться, потому что если вы будете все ставить на паузу, либо как-то мысленно уходить от этого, игнорировать и не разбираться в той ситуации, которая произошла в прошлом, а здесь сила и рыцарь мечей, тоже такие тяжеленькие карты, да, что у троек, что у четверок, потому что часто сочетание этой дуады, ой, вам не видно, часто сочетание этой дуады, сила и рыцарь мечей, это мужчины, которые проявляются очень агрессивно в отношении женщин, я говорю о рукоприкладстве. Либо женщины любят бить мужчин, такой момент. Либо это вот прям выяснение отношений, битье посуды, африканские такие страсти, да. Это нужно все решить полюбовно. Ну, полюбовно именно в ключе пажа кубков. Паж кубков это все-таки позитивная карта. Попытаться услышать другого человека, проникнуться, понять, осознать, для чего эта ситуация должна произошла, да, отпустить, поблагодарить и даже, может быть, и попросить прощения, да. Очень много техник есть на самом деле. И все, отшельник - это опыт, который вы получаете, потому что вы что-то не вынесли, и это вас гложет, это сосет с вас энергию. А вы должны это прежде всего принять. Неважно, что в нашей жизни случается. Сначала принять, простить, самой попросить прощения, поблагодарить и двигаться дальше. Это нужно работать со своим внутренним «я». И все, по отшельнику вы получаете тот опыт, который вы, в принципе, сами себе там заказали наверху, когда еще не воплотились. И все, и вас сразу отпустит, энергия прибудет, да? Четверки. Ну, вот такой у вас получился тут момент. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Кому нужны личные расклады, пишите мне в личку. Я двигаюсь дальше. Я двигаюсь дальше. Пятерки. Что там у вас? И тут, и там. И тут, и там. Ну, здесь пятерки. Почему-то вы ограничены. Ограничены в своей свободе, ограничены в своих действиях. Дело в том, что здесь, именно в этой колоде, эти ограничения вы построили себе сами. Это не какие-то обстоятельства, которые пришли к вам извне и ограничили вас. Хотя такое тоже может проигрываться. Но здесь ангел может взлететь, либо пройти вперед. Впереди-то у нас нет мечей, правильно? Поэтому те проблемы, те препятствия, которые у вас сейчас существуют, они существуют в вашей голове.
да? И плюс карта Макона перекрывается. Единичка, очень активная карта. Мастер слова, помним, да? Мастер мысли, слово, дело. Подумал, сказал, сделал. Все в нашей жизни вокруг нас – это мыслеформа, которая потом материализуется в нашем мире. Поэтому двойка Пентаклей – она очень активная карта. Купи-продай, купи-продай, да, это качельки определенные, это переговоры, это разговоры, это социальная активность, которая вам необходима. Только таким образом вы себя наполните, энергия у вас будет, какой-то стимул, да, семерка жезлов, карта воина, идти до конца, добиваться после какого-то разговора, либо общения с нужными людьми. Поэтому дерзайте, пятерки. Так, благодарю вас за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, я двигаюсь дальше, шестерки. Что у нас здесь, любовка любовная? Или все-таки о партнерстве? Что здесь делать? Что здесь именно в контексте? Наполняйтесь любовью, здесь о любви идет речь, сохраняйте свои отношения, берегите свои отношения, да, не надо в них манипулировать, либо не быть, подозревать вашего партнера, либо быть нечестным с ним, да, шестерка кубков и туз кубков, иногда вспоминайте прошлое, вам видно шестерки, вспоминайте прошлое, что у вас вообще, как вы встретились, что вас связывает. Если у вас достаточно длительные отношения, возвращайтесь периодически в те счастливые моменты. Да, кстати, вот, вот эти прошлые моменты, или где вы были, где вы вместе проводили время, они вас очень-очень-очень наполняют. Они прям делают вас ресурсными. Как знаете, определенные техники. Например, вы были в каких-то местах, но вы уже там не можете побывать. Это другое государство или это другая какая-то... другой какой-то город. Вы можете создать мысленно фантом и прийти туда. Это путешествие, как в астральном мире. И, соответственно, вы тоже будете получать определенные энергии оттуда. Есть такие фишки. Поэтому вот здесь об этом идет речь. И, соответственно, вы будете, скорее всего, даже больше ценить эти отношения, либо смотреть под каким-то другим углом, потому что четверка Пентаклей говорит, сохраняйте свою стабильность с этим партнером. Это вас наполняет. Те места, где вы были раньше, те эмоции, которые вы дарили друг другу. Поэтому здесь шестерки, им очень важно наполняться вот этой синергией друг от друга, от своих партнеров. Так, шестерки, ну, благодарю за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И что еще хотела сказать, да, не прощаемся с вами, до скорых встреч.